знаю, там, да, много народу. И они не идут, они там стоят. Вернее, часть идет вот возле дороги, а часть они там стоят. Это просто туристы, чтобы зайти. Возможно. Возможно и так. С таким акцентом чувак идет говорить, может быть он с России, а может быть он с какой-нибудь Восточной Европы. Ну просто с таким топорным русским акцентом. Топорным или топорным? Топорным. А, ну да. Топор же? Ну да, а слово топор. О, тут огромный магазин в Виктории Сикрет. Да. Смотри, что украшено. Ага, украсили. Не, ну они здесь все украшают. На праздник-то. Ну это витрины как бы. Ну да. Что там такое? А что там стоят? Что, кто-то едет? Не знаю. Что такое, такой шум? О, так вот это скорая помощь просто едет, что ли? Ее все так снимают? Я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А вот это башня Трампа. Вон она. Ну да. Шоколад по какой-то неадекватной стоимости. Непонятно за что. Да. Как-то странно. Вот тоже типичный Нью-Йорк. Что-то не видно. Все время люди идут, не могу даже заснять. Ой, еще одна торопится куда-то. Опа. А, это пожарная, та была скорая. Ой. Красный свет нам, однако, загорелся-то. Столько народу. Может после, все равно уже темно, что сейчас, что там. Тогда он туда давай. А что здесь пусто? А все там стоят? Потому что там это самая крутая такая улица, а это улица. А здесь уже нормально так можно идти? Безлюдно. Ой, хорошо. Они не крутые, это те, которые будут. Да. Весело. Вон выход в Нью-Йорк, все хорошо. О, тут уже типичный Нью-Йорк. Другой типичный Нью-Йорк. Правильно, здесь не, почему-то не предусмотрены же эти улицы, как во всех других городах, подворотни эти специальные для мусора. Поэтому мусор прямо складывают прямо на тротуаре. Все так и есть. Ну тут стройка какая-то вообще. Что-то строят. Вон там. Совсем строят что-то. Ха-ха. Ага, заходи, стройматериалы бери домой строить. Так у нас в Ташкенте делали люди. Ох ты, это что такое? Украшение такое?
Это да. Мы ходим как туристы с видеокамерами. Ну да. Сейчас уже. Здесь же все. А? Мы сейчас больше тут не живем, туристы считаем. Ну а, ну как бы да, здесь мы не живем, да. Мы живем в 25 милях отсюда. 30. Мы приехали как типичные туристы. Да, да, и ходим вокруг. Зады, мусор снимаем здесь на камеру, чтобы все знали, настоящий Нью-Йорк. Это не только лампочки и дрессированное электричество. Это еще и горы мусора, бомжи, попрошайки. Тут в этом месте, в этом вот и забегал один человек в очереди, и вон несколько сидит, и все. Вот что значит уже не на центральной улице быть. По-моему, мы вон там Старбаксы проходили всякие. Старбакс тут тоже, смотри, ну, есть люди. А, ну тут тоже, ну посмотри, очереди нет. Ну когда Старбакс там проходили, вот на той авеню, там какое было, на той улице предыдущей, там же столько народу было. А, и в этот Макдональдсе, в этом тоже. Сразу видно. А, мы здесь пошли, а здесь же нету той улицы. То есть мы сейчас еще и обратно пойдем. Потому что мы не повернули. Надо было вообще, по идее, развернуться, ну ладно. Это что это? Все забегаловки, они забиты в будние дни. Global Kitchen. Ну да, они, у них другой. Приходят, да, у них другие клиенты. У них туристы в основном, а эти. Офисный планктон. Да. Ну что тут? CD-банк тут тоже зачесался. Хорошо работает как в аквариуме. Ага, в аквариуме работает. Все мимо проходят, смотрят, как ты работаешь. Это да. А, ну опять мы на эту ярмарку пришли. А она, наверное, уже потихоньку сворачивается, да. Потому что что-то тут уже как бы не очень, да. Ну можно пройти прямо, потому что по той улице мы уже шли, так мы прямо пройдем, посмотрим. Может, что еще видно? А лифт на той, на следующей улице, на 50-й, в том-то и дело. А мы по 52-й шли сейчас. Сейчас будет 51-я, а 52-я дальше. Ну, получается, значит, лифт будет вниз, а потом там где-то пройти и будет наверх. Видимо, так, потому что, ну, а как еще это понять? Да, и генератор что-то у них работает. Не знаю, бензиновый или дизельный, ну, короче, генератор. Не пропановый. Потому что баллона с газом рядом не видно, вот этого пузатенького такого стандартного. Всякую ерунду продают, вон какой-то там. Ох ты! У этих тоже вон генератор. Кстати, что-то громко. Как я обычно тише. А вон эти шарики-то, которые мы фотографировали тогда. Отсюда плохо видно, но они, в общем, те же самые. Ничего нового там нет. Такая пустая улица, что кажется, что здесь закрыто для машин, но они вроде едут. Вон, едут. Это, по-моему, года два назад или три даже. Нет, два, наверное. Я здесь ходил тоже с этой же видеокамерой. Когда тебя, ну, пока тебя ждал забирать там с этого baby shower, что-то там какое-то, или чего. Что-то было, короче, мне там делать было нечего. Где-то в Манхэттене, в Нижнем, там, где Ира живет, например. Я Ленина там поснимал, приехал, короче, памятник для прикола. Потом я сюда приехал. В общем, я много где был. У них вон свои observation deck есть даже. А вывеску они специально оставили классическую, старую, потому что это явно старая такая вывеска, ну или во всяком случае в старом стиле. Просто такие лампочки длинные, вот эти неоновые лампочки, или как это называется.
А сидишь?